вами Jewel Addins Family. Сегодня мы разберем хореографию God the Big Step Back. Наш кусок будет начинаться с того, что мы будем вводить ладошки вперед, затем кружочком на себя и будем соединять их вместе. Вместе с этим корпус у нас будет наклоняться вперед, то есть раз, два, да. И мы будто бы хотим себя ввести лицом, только мы будем вводить просто руки после этого положения наверх и опускать вниз, да. Сейчас показываю центровую партию, затем будем партию по бокам разбирать. Второй кусок припева будет у всех одинаковый. То есть еще раз. 5, 6, 7, 8, хоп. Да, и сам припев. Мы здесь, пока поднимаем руки, будем семенить на месте и падать на левое бедро. Вместе с этим руки мы опускаем вниз, только здесь, поскольку у нас центровая партия, мы будем одну оставлять внизу, одну на центр. Она у нас будет в виде пистолета. И 4 качу бедром. Раз, два, три, 4. На третий у нас будет рука замахиваться назад вместе с головой. И на четвертый счет возвращаться будет только голова на центр. Да. И затем у нас будет правая ножка уходить назад. Левая ручка нам не нужна, правая будет step back назад показывать. И еще раз то же самое движение. Да, то есть еще раз. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. Step back, step back. Поскольку мы все еще за центровую, то у нас будет одна рука подниматься наверх. Да, и то же самое. Раз, два, три, 4. Step back, step back. Угу. Здесь партия у нас. Мы шоркаем правой ножкой в сторону. Вместе с этим руки у нас идут в крест. Мы ставим ножку, и у нас руки раскрываются, делают петельку. Петельку вторую, и со второй петельки у нас руки уходят вниз, и вместе с этим у нас выводится левая ножка вперед. Да. Мы на нее наступаем, руки у нас перед собой в кулачках на центр. И мы будем напрыгивать на эту же ножку, руки у нас будут идти за голову. И дальше шагаем на правую, на левую. Вместе с этим ручка у нас смахивает что-то в сторону. И правая делает то же самое, только мы будто касаемся губ. Пам. Угу. Следующее движение у нас будет отставляться правая ножка. Руки накрест идут снизу наверх по телу. И будут снова в знакомое нам положение приземляться. Вместе с этим у нас правое бедро будет вводиться в сторону. Мы на него присаживаемся. Да. Здесь мы стоим один счет. И после этого у нас будет движение. Мы смахиваем что-то опять с губ. Поднимаем левую ножку и показываем на центр. И переходим на вторую часть. Да. Это если брать центровую партию. То есть еще раз разберем ее подсчет. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. Step back, step back. И раз, два, три, 4. Step back, step back. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь кусочек этот же, только центровая у нас партия закончена, мы переходим к боковым. У них будет все зеркально, начнем с этой стороны. Начало у нас одинаковое. 5, 6, 7, 8. И вот здесь у нас две ручки опускаются вниз, то есть мы не выводим руку на центр. И делаем все то же самое. То есть раз, два, три, 4. Step back, step back. Здесь две руки. И раз, два, три, 4. Step back, step back. И вот здесь меняется партия кардинально. То есть мы с вами на левую ножку, правая у нас наверху, левая здесь будет крутить у нас два кружочка. Пам, пам. И с третьим мы его заводим, но мы будем руку подставлять к правой ручке, которая уже была у нас наверху. И нам нужно перенести вес на левую ножку. То есть, когда мы будем замахиваться, мы должны вот в таком положении оказаться. Мы шагаем на правую, затем снова на нее и подставляем левую. То есть здесь, по сути, будет три движения. Это важно, потому что если мы не перенесем вес и сразу будем наступать на эту ногу, мы потеряем один счет. Поэтому медленно еще раз. Хоп, хоп, поднесли, шаг,
поднесли шаг. Здесь мы стоим один счет и присоединяемся к партии на центре, то есть помним вот это вот движение, мы его повторяем. Пам! И вместе со всеми повели, повели, сели, сидим, хоп, хоп, перешли. Да. В эту сторону все то же самое, то есть мы закончили на последнем степ-бэк, и здесь только правую ножку уже вводим. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, то есть вот у нас три партии, мы разобрали первую часть. Окей, переходим ко второй. Вторая часть. У нас начинается с того, что рука у нас левая уже в той же похожей позиции, что у нас была раньше. И правая рука у нас будет перед собой рисовать крест. При этом нам нужно будет шагать на левую, на правую ножку по очереди. Все это вместе соединяем. Пам-пам. Угу. Правая идет наверх, мы ударяем. И из-за этого собираем ножки вместе. И затем снова шагаем по очереди. И будем ее ставить на пятку носок, пятку носок. Вместе с этим руки противоположной ноге идут. То есть мы подставляем руку у виска и будем выводить ее наверх, когда будем наступать на носочек. То есть пам-пам. Можно сделать небольшой акцент головой. И то же самое в другую сторону. Пам-пам. И здесь нам нужно снова спрыгнуть. Хоп. Затем нам нужно руки, они у нас были наверху, вывести перед собой. Вперед. И здесь будет два акцента, мы будто бы пытаемся локтями ударить что-то снизу, то есть хоп-хоп, да. И ноги у нас будут делать следующее. Мы наступаем носочком на правую ножку и будем медленно ее ставить на всю стопу. Вместе с этим у нас будто бы выдавливается левая ножка, и мы ее разворачиваем от центра в сторону. И то же самое на нее же. Наступаем и выводим правую. Да, у нас всего таких два движения. Они вместе с руками. То есть мы были здесь и хоп, хоп. Да. Здесь остались. Руки у нас опять в этом положении. Мы наступаем на правую ножку, чтобы они у нас были снова вместе на центре. И от этого подпрыгиваем. И здесь снова то же самое. Step back, step back. И затем мы спрыгиваем снова ножки вместе, только у нас одна будет на весу, да. И мы будем соединять коленки вовнутрь вместе, наружу, вместе, наружу, и у нас одна поднимается ножка. Ага. А руки, они были в этом положении, они у нас будут пальчиками делать вот такое вот движение, и мы поворачиваем голову справа налево, да, то есть по часовой стрелке. И у нас раз, два, три, хоп. Угу. Теперь нужно в обратную сторону делать то же самое. Мы соединяем коленки вместе, продолжаем делать то же самое движение, только теперь слева направо. Раз, два, три, хоп. Да, и здесь у нас уже другое движение. Руки у нас наверху, ножки вместе. Еще раз. С начала второго куска. И раз, два, три, четыре. Step back, step back. И раз, два, три, четыре, step back, step back. И раз, два, три, хоп, раз, два, три, хоп. Окей, здесь остались. У нас осталось совсем чуть-чуть до конца припева. Мы руки раскрываем через стороны. Вместе с этим у нас правая ножка будет от себя уходить и подставляться снова. Руки у нас в крест собираются. И снова в сторону. Пам! И подставляем. Пока будем второй раз подставлять ножку, рука у нас закрывает лицо. И затем обе руки у нас собираются в ладошках у правой стороны. И последнее движение. Здесь некоторые расходятся, некоторые переходят на следующую партию. То есть мы можем чуть-чуть перейти. И руки у нас перед лицом раскрываются вот в такой позиции. Да, то есть просто пам-пам-пам. Не обязательно даже собирать. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Step back, step back. И раз, два, три, четыре. Step back, step back. И раз, два, три, хоп. Раз, два, три, хоп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Окей, теперь собираем с самого начала все под счет. Партию на центре. И пять. Шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре,
step back, step back. И раз, два, три, четыре. Step back, step back. И раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Step back, step back. И раз, два, три, четыре. Step back, step back. И раз, два, три, хоп. Раз, два, три, хоп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, теперь собираем всю эту связку под 50, 70, 85 и 100%.